Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который напал на 82-летнюю пенсионерку и ограбил ее. Он проник в квартиру потерпевшей в одном из домов на улице Татарстан. Угрожая ножницами, он забрал у нее деньги, телевизор и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 42 тысяч рублей. Личность подозреваемого помогли установить камеры видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый казанец. Половину награбленного полицейские у него изъяли, остальное он успел продать, а деньги потратить. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.